Всем привет, с вами я, Гамби, и сегодня будем смотреть трейлер Poppy Playtime Chapter 3. Я это не смотрел, это вышло. Это вышло до 6 июля. Что ж, ребят, давайте смотреть. Я просто играл в игру, значит, вот, Хаги-Ваги, ну, какую-то там, вторую часть Poppy Playtime, и вышел трейлер. Пока я играл, уже трейлер вышел. Ну что, погнали играть? Ой, играть, смотреть. Так, 2К, надеюсь, мой компьютер не сгорит. Let's go. Стой. Что-то было. Маска. Это поезд или это хаги-ваги? Короче, это коллаба с CSGO. Так. Обычная аннотация оффлайн. Let's go, guys! Это поезд, на котором мы ехали. О! Игровая станция. Так. Хаги-ваги сдох? Какой-то ребенок. Время спать. Там какая-то новая макака. Видите, там на рисунке. Рация. Будем с кем-то разговаривать. Полиция позвоним. Time for sleep. Видели тень? Так, это будет кот. Это кот будет? Что я там видел в позу кота на рисунке? Что? Хагима. Это тот прототип, у которого... Ну, помните, в конце там эти руки такие? Это прототип. Вот Хаги-Ваги. Коготь? Что? Да, это кот? Зимою! Что? Так, моб entertainment. Понятно. Да куда я захожу? Там же еще был трейлер какой-то. Да. Ну где он, вот. There is nothing more gratifying to my soul than being the reason for a child's smile. Хаги-ваги. To be the spark that ignites all their hopes and dreams. We owe everything to these children. This company and its toys are nothing without them. That is why it is with enormous pleasure that as the founder of Playtime Co., I announce Playcare, our very own on-site orphanage. A child should never be left unloved. Never without a hand to hold when they see a monster in their closet. May Playcare bring joy, inspiration, and smiles to every child who enters these doors. Что я жду, пацаны, я жду. Все, я просто жду. Ладно, ребят, с вами был я, Гамби. Всем удачи, всем. Бай-бай.